перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, ребятки. И сегодня мы будем играть, ребятки, в Погрузчик 5, ребяточки. Ну что ж, давайте начнем с первого уровня. Так, ну что ж, вот у нас есть... Ребяточки, автомобиль вот, такой вот погрузчик. Так, давайте откроем ворота, так, отличненько. И нам вот этот, ребяточки, ящичек надо перетащить в автомобиль. Для того, чтобы автомобиль, ребятки, поехал на склад отвозить товар. Так, выше, выше, давай, поехал, поехал. О, отличненько. О, отлично, ребятки, автомобиль нам посигналил, и он отправился на базу. Вместе с этим, ребятки, товаром. Это просто, ребятки, замечательно. Так, ну что ж, ребятки, переходим на следующий уровень. Так, здесь у нас кнопочка лифта. Наверное. Ага, все, понял. Давай, давай, давай. Так, нажимаем на эту кнопочку, забираем груз. Так, ребяточки, едем, едем, едем сюда. Нажимаем на лифт, отличненько, спускаемся вниз. Ой, мой груз, ребяточки. Подождите, давайте его перекинем вот на эту сторону. Опа, отлично. Теперь мы его должны затолкать в автомобиль. Все, выезжаем. Все, отличненько, а наш погрузчик перевернулся. Но ничего, ребятки, таким образом мы все равно с вами, ребяточки, прошли этот уровень. И это просто, ребятки, не может не радовать. Это просто круто. Так, ну что ж, давайте пойдем дальше. Так, а здесь что это за бочка такая, ребята? Я не пойму. А, ее, наверное, надо со всей силы скатить. Ребята, чтобы она нажала на кнопку, да? Все, понял, ребята, смотрите. Нам надо ее вот сюда. Нам надо сюда и бочку забрать сюда. О! Теперь она должна нажать на кнопку. Нет, ребята. А, все, все, понял. Эта бочка не должна вообще никуда нажимать. Ее надо просто, ребятки, перебросить. А как же ее перебросить, ребята? Она такая тяжелая. Давай, давай, куда ты, что же ты? Так, ребят, давайте заново возьмем, потому что мне довольно-таки непонятно, что там делать. Так, нажимаем, ребятки, на то, чтобы лифт открылся. А, ребят, все, понял, смотрите. Ставим бочку сюда. Теперь едем назад сюда, вот, вот так вот становимся. И открываем вот так вот, ребята, и все четыре ящика, ребятки, автоматически погрузились, и мы таким образом, ребятки, выиграли. Так, ну что, поехали. Так, ребятки, четвертый уровень, один ящик мне надо забрать. Но, ребятки, перед тем, как его забрать, мне надо, ребята, что я переворачиваю, что ж такое, а? Вставай на колеса. Так, ребятки, выезжаем сюда. Нажимаем на кнопку. Ой-ой-ой-ой. Все, забираем ящик. И толкаем его сюда. Все, ребяточки, отличненько. Четвертый уровень мы также, ребятки, с вами... с легкостью прошли, и это просто, ребяточки, замечательно. Так, и дальше у нас что? О, тут проблема, ребятки, с лифтами. Так, что нам делать-то? Понял, теперь вот эти ящики, ребятки, мне надо забрать. Как же их отсюда вытащить? Давайте, наверное, переедем сюда. Надо подцепить как-то, ребята, хотя бы один. О, отлично. Все, теперь мы его, ребятки, перебрасываем сюда. Так, один у нас ящик установлен. Осталось, ребятки, забрать второй.
Подъезжаем погрузчиком куда надо. Опа, опа, вот так вот. Вот так, отлично. Все, ребяточки, отлично, все, пока. Водитель поехал на склад, ребятки, отвозить свою, ребятки, продукцию, которую мы ему погрузили только что. И мы продолжаем нашу, ребята, игрушку. Так, ну что ж, поехали. А кто у нас следующий, ребятки? Вот этот, короче, ящик надо аккуратно. На нем написано, что он огнеопасный, ребята. Так что надо быть более бдительным. Ага, понял. Значит, мне его надо толкнуть, ребята, этот ящик сюда. Не там он взорвался, наверное, ребятки. Наверное, не там. Давайте заново возьмем этот уровень, потому что так, вот этот огне опасно. Мне надо взорвать где-то. А где же его взорвать, ребятки? Давайте, собственно, с вами взорвем. Да не тут же, что ж ты делаешь-то, опять. Так, давайте возьмем этот ящичек и перенесем с вами его, ребята. Вообще-то мне его надо перенести вот сюда, чтобы взорвать, наверное, вот эту штуку. Вот так вот, видите, я же говорил. Так, отлично, теперь сейчас бочка, ребятки, упадет. И мне ее надо толкнуть. Видите, ребятки, там ток замкнуло, и теперь откроется теперь здесь. Надо было, конечно, сразу встать. Ой-ой-ой, теперь мы упали. Ничего, мы с легкостью, ребятки, становимся на колеса. Забираем груз. И все, вот, ребятки, водитель уже нас ждет. Отличненько, дорогие друзья. И мы проходим этот уровень и идем, ребяточки, дальше. Так, ребятки, следующий уровень у нас вот 7-й. Так, куда же нам теперь? Давайте теперь с вами подумаем. Наверное, ребята... у меня что-то автоматом, ребятки, заклинило этот магнит. Так, берем с вами вот этот... вот эту штуку. И несем ее сюда, ребятки. Сами теперь падаем сюда. Я не понял, что это такое, ребята? Что это творится-то? Давай еще совсем чуть-чуть. А, я не проезжаю. Понял. Сейчас мы так, значит, по одному и вынесем. Давай, толкай его, толкай, толкай. Еще чуть-чуть осталось его толкнуть. Давайте на полную надо вытащить. Подождите. Вот так, вот так. Второй ящик запакован. Остался еще один, ребята. А, я думал, 4 надо упаковаться. Всего, ребятки, 3. Так что поехали. Погнали. Все, ребяточки, 3 ящика упаковали. И 7-й уровень с вами, ребяточки, прошли. Так, ну что ж, едем дальше, ребятки. Так, сюда надо погрузить и бочку, и ящик. Так что, собственно, ребятки, давайте приступим. Так, поехали, 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 поехали. Так, а что здесь у нас? Ага, понял. Понял, ребятки, давайте возьмем вот эту штучку. И приедем, наверное... Поехали. Ой-ой-ой, быстрее, давай, сейчас опустим. Отлично. Давай. Так, все, ребятки, бочка на своем месте. Осталось нам, ребята, совсем самую малость. Осталось нам забрать, ребяточки, один ящик, и все. И мы таким образом, ребятки, выиграли. Так, давайте едем дальше. Отличненько, забираем. Так, забрали мы, ребяточки, с вами ящик. И теперь нам надо с вами его погрузить, ребятки, в автомобиль. Я думаю, мы таким образом должны пройти этот уровень. Давай, малыш, погрузчик, не сможешь? Отличненько, ребятки. Все, ребятки, водитель довольный. Он уехал, ребятки, с грузом туда, куда надо.
И это просто, ребятки, я считаю, замечательно. А мы с вами переходим, ребятки, к 9 уровню. И посмотрим, что, ребятки, здесь нас ждет. А здесь у нас уже бочка, ребята. Давайте ее снимем, собственно, отсюда. И перетащим. Куда мы ее тащим-то? А, нам ее надо вот так вот подтянуть. Опа! Ого! Ого, ребятки, вы видели? Вы видели, что творится-то? Давай второй раз, давай. Ай, не достала. Давайте с разгона, что ли, ее туда зафутболим. С разгона не получается. Давай, катись, 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 катись. Отлично, дорогие друзья. И мы с вами с легкостью проходим 9-й, дорогие друзья, уровень. И это просто замечательно. Так, ребятки, ну что ж, 10-й уровень. Здесь у нас уже эскалаторы пошли. И здесь у нас огнеопасно два ящика. Нам их надо засунуть. Берем один огнеопасно, ребятки. Да что ж такое, а? Опа. Вот так вот он переезжает туда. Отличненько, дорогие друзья. И это просто, я считаю, замечательно. Второй огнеопасно, ребятки, берем. И тоже пускаем по направлению. Ой-ой-ой, тихо-тихо, по эскалатору. Все отличненько, дорогие друзья. И этот ящик нам надо быстро взять. Быстрее берись. Все, отлично. А что кнопка-то не нажалась, ребятки? Я не понял. Должна была нажаться кнопка. А, кнопка должна нажаться на этот. Все, понял, на этот ящик. Теперь мне все понятно стало сразу. А я-то думал. Так, ребятки, отлично. Так, теперь с легкостью берем, ребятки, вот этот ящик. И перетаскиваем его в машину. Так, давайте его... Ух, такой тяжелый он. Давайте, собственно, его с вами как-то... Я думал, его будет легко двигать, а его не легко, ребята. Да что ж мой погрузчик даже не может поднять этот ящик? Как же мне его грузить-то, а? Ребята, вы только посмотрите на это. Я заехал наоборот, ребятки. Должен был заехать ящик, а потом погрузчик. Так, мне надо, ребятки, поменяться местами с ящиком. Его надо, получается, назад, а мне, получается, вперед. Немножко неправильно я, ребятки, сделал. Но, тем не менее, мы можем, ребятки, поменять эту ситуацию. Сейчас мы ее выправим с вами с легкостью. И таким образом мы погрузим с вами, ребятки, товар в автомобиль. Так, давайте с вами возьмем, наверное, вот так вот сделаем переиграем этот уровень, ребятки, чтобы не было проблем. Смотрите, мы вот эту штучку... Так, давай быстрее. Вот эту штучку бросаем туда. Все отлично. Так, эту, ребятки, можно забросить. Она нам уже не нужна. А вот третья, ребятки, ящик вот этот. Опа. Ящик, ребятки, тоже бросаем сюда. Пускай нажимает на кнопочку. Теперь мы с вами посмотрим, как оно все будет делаться. Вот так вот. Отлично. Умница. Тихо-тихо-тихо-тихо. Немножко опять неправильно я... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ни туда, ни в ту сторону. Куда ты с этим ящиком? Давай его назад затаскивай. Ребятки, реально ящик очень тяжелый. И для этого погрузчика он... Тяжеловат, я так бы сказал бы. Нам надо аккуратненько его взять, ребятки, и перетащить. Сейчас я покажу вам, ребят. Вот так вот. Вот так вот, ребята. Отличненько. Вот так вот. Давай, малыш. Так.
Как же нам его дальше затолкнуть, да? Ребят, я вообще не понимаю, ребят, реально. О, отличненько, дорогие друзья. И мы с вами, ребятки, его погрузили. И автомобиль, ребятки, с удовольствием, ребятки, уехал по своим делам на склад развозить, ребятки, товар. Ну что ж, ребяточки, отличненько, просто супер, я считаю. Так, дорогие друзья, а я вам хочу сказать, что этот эпизод на канале Вечное Детство, ребятки, подходит к концу. Если вы еще не подписаны, ребятки, на мой канал, обязательно это сделайте. Обязательно поставьте колокольчик, чтобы не пропускать, ребятки, мои видео на моем канале. Смотрите мои видосики, ставьте пальчики вверх. А с вами, ребятки, был, как всегда, Юра. Пока-пока.